Романтика пустыни способна ввести в соблазн. Смерть на Ниле имеет налет изысканности, сексуальности, плоской романтики. И место совершенно неординарное. Это дерзкое, роскошное полотно о красоте и смерти. Совершено убийство. И убийца кто-то из вас. Сюжет очень запутанный. Думаешь, все понял, как вдруг новый поворот. Интрига не прекращается, настолько там все хитро. Фильм о том, как любовь влияет на наши чувства, поведение и поступки. Сначала найдите убийцу. Люди обожают головоломки. Кто еще должен погибнуть, чтобы вы что-то сделали? Следить за подсказками и героями. Только подумаешь, что что-то разгадал, как всплывает новая правда. На что люди пойдут? Ради любви. Люди заперты на корабле. Клаустрофобия и убийство – это взрывная комбинация. Я в опасности. Ни с кем из них мне не спокойно. Я расследовал много преступлений. Но это изменило форму моей души. Я детектив Эркюль Пуаро. И я вычислю убийцу.